Всем привет, друзья! Я пришла в Ашан продолжать показывать вам красоту, которую привезли к Новому году. Кольцо для салфеток металлическое, 100 рублей. Широкое, с елочкой. Все одинаковые. А нет, друзья, с елками 200 рублей. Я нашла вот такое, вот оно 100 рублей. Мне даже больше нравится, без каких-либо лишних элементов. Вот такая еще красивая кружечка. С лошадкой, качалкой, щелкунчиком, шар нарисован, колокольчики, фонарь, посуда. Тарелка за 220 рублей с шариками и веточками. Винтаж. Серия винтаж. Салатник в красном цвете, 300 рублей, 21 сантиметр, полупрозрачный. Производит Россия. Кружки с гномиками по 100 рублей. И кружка для глинтвейна за 150 с таким же рисунком. Цена на клетчатую подушку 350 рублей. Размер 40 на 40 сантиметров. Очень мягкая. Форма для рыбы. Два вида. Красная, она подлиннее. 49 на 7,5 на 4 сантиметра за 700 рублей. Зеленая за 620. 36 на 6 на 3 сантиметра. Вот такие стаканы с силиконовыми крышками. 450 рублей. Объем 400 миллилитров. Указано, что это фарфор. Посуда с зайками. Тарелки маленькие, большие и глубокие. В глубоких зайка внутри. Есть еще кружки и миски по 220 рублей. По цвету мне понравились вот эти кружки, матовое такое покрытие с глянцевым рисунком. Здесь тоже есть кролик или заяц, елка. Не очень яркие, я такие люблю. Вот такая серия красивая с белыми мишками. Салатник за 365 рублей, я так понимаю, что есть коробки. Можно в коробке будет подарить кружки. И вот такие небольшие салатники за 250. Кружки стоят тоже по 250. И еще есть такие прямоугольные тарелки. По идее, должен быть набор для специй за 250 рублей, но что-то я не понимаю, где он. Или это про эту тарелочку имеется в виду. За 150 рублей кружки 400 миллилитров Сатурн Корона. Это кролики с короной, я так понимаю, имеются в виду. Да. Синие и розовенькие. Вот такие кружки с милыми зайками, кроликами и медведями. 199 рублей. Посуда с елками. 150 кружки, 220 миски. Это керамика по составу. Кружка чайная 320 миллилитров, 100 рублей, с котиками, кроликами и еще одни кролики, но более фантазийные. Вот такая посуда. Больше подходит для детей. Тарелки с кроликами, миски, кружки. Салфетки настольные 95 рублей. Пластиковые мыться будут легко. Два варианта вот таких. И еще на белом фоне кроля. Вот этот материал такой же, как круглые салфетки, которые я вам показывала. 100 рублей стоит, 140 рублей стоит. Красивый, но марки. Смотрите, какую еще кружечку красивую нашла. Это вот как с елкой я вам показывала, только здесь другой рисунок. В санях подарки. Мне очень понравилось, но 250 рублей. Бокал для шампанского с кружевом 150 рублей. И такие же есть тарелки разного размера. Для любителей стаканов, тарелок и всего под золото за 100 рублей стаканы. Низкие, высокие 106. Стопки по 70 рублей. Бокалы для шампанского, фужеры. Бокал для бренди 240 и есть в цвете карамель амбре.
Куда ни посмотри, одна красота. В синем цвете намного эффектнее все выглядит. Посмотрите на эту серую стеклянную посуду. Какая она симпатичная. Серое напыление. Жемчужное. Так и называется, жемчужный лед. Тарелки в трех размерах. В голубом цвете тарелочки. И вот такая, напоминает что-то из детства. Мне кажется, что-то такое точно у каждого было. Темно-синий ободок и золотой рисунок сверху. Снизу подушечки. Плед. Вижу плед, флис, 150 на 200 сантиметров, зимний, 1000 рублей. С изображением оленей. В цвет к подушкам. Синяя посуда, стопки 50. Также есть стаканы, фужеры. Из более прозрачного стекла. Красота. Просто хочется этим любоваться. В каких цветах в этом году вы украшаете елку и свой стол? Тут огромный выбор. Перламутровая гамма. И вот такой голубой цвет. Прелесть. Пледы за 1500 с серебряными вставками, 1,5 на 2 метра. Кружки черные за 160, 350 миллилитров. Во влоге я уже как-то рассказывала, что есть вот такие пижамки в Ашане. Они теплые, 1800. Сорочка есть, а есть пижама за 2800. Она с длинными брюками. Брюки можно приобрести отдельно, 1100. И здесь есть еще вот такая расцветка. Но цены, наверное, кусаются, поэтому их особо не разбирают. Забыла сказать, какой состав. 100% хлопок и размер здесь до 54-го также. Полотенце с новогодней тематикой. 38 на 63 сантиметра. Сочельник 229 рублей. Чудеса. Полночь. 110 рублей. Очень красиво. 40 на 70 сантиметров. Со снегирями. С зайками, конечно же, тоже есть. За 90 рублей. 80. Это хлопок. Вафельные полотенчики. Размер 45 на 60 сантиметров. Красивый рисунок. Вот здесь более натуральные зайцы. Крупные. Набор кухонных полотенец. Две штуки. 40 на 70 сантиметров. Саржа. 270 рублей. И фартук есть в таком же цвете. И прихваточки. В наборе варежка и прихватка 250 рублей. По отдельности 150 и 80. А что это получается, что купить по отдельности дешевле, чем в наборе? То же самое. Что за арифметика? На сегодня у меня все, друзья. Я благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал и также на Яндекс.Дзен. Я рада с вами всегда пообщаться. Если у вас в городе Ашан, пишите об этом в комментариях. Я желаю вам прекрасного настроения, отличных покупок. Всем до скорых встреч. Пока-пока.